Всем привет, Александр из Зеленограда, Москва. У меня сегодня была 16-я кровосдача. Как донор крови я сдаю кровь безвозмездно. Призываю вас также, если у вас есть возможность и позволяет ваше здоровье, нет никаких противопоказаний, сдавайте кровь, помогайте детишкам, помогайте взрослым. Очень много нуждающихся в нашей крови, и мы можем помочь, сдав кровь как доноры.